Здравствуйте, дорогие друзья. Предлагаю вашему вниманию вазочку Клуазане, производство Китай, середина 20 века, металл, эмаль, позолота, высота 10 сантиметров. Вот изображен дракон. Пожалуйста. Такая вот она, вазочка. Дракон символизирует успех и благополучие, приносит удачу. Не зря его почитали в Китае императора, в Японии. Можете тоже его встретить. Изображение на татуировках у якудза. До свидания.